всех же я нахожусь в Сингапуре. И будем сейчас есть староведческие суши. В общем, мы находимся сейчас в таком... Это не староведческий ресторан, а такая вот кафешка органической еды. Но здесь есть несколько староведческих вот блюд. Наши друзья сингапурские утверждают, что здесь абсолютно все сырое. У нас были сомнения по поводу нори, потому что мы слышали, что нори, они не бывают сырыми. Но наши друзья утверждают, что это именно вот сорт, именно какой-то вот сырых нори. Вот это именно, говорит, сырые нори. В общем, здесь... Сорт сырых нори. Да. Значит, здесь в этих суши зелень, морковка. Белый — это какой-то вот корнеплод. Не знаю, честно говоря, какой. Свекла, листочки мяты, имбирь и какой-то сыр, соус, намешанный из каких-то сырых ингредиентов. Ну, сейчас будем пробовать эти сингапурские сыроедческие суши. Я уже, честно говоря, давно не держал палочки. Давайте попробуем сейчас. Запах реально вот как у суши. Ну что? Офигеть вообще. Что, прям суши? Угу. Давай ты попробуешь, давай. Это на нарежу? Что он на видео снимает? Палочки, кстати, алюминиевые какие-то, не знаю. Да, я уже тоже 100 лет не держала. Я просто не представляю, как эта штука поместится у меня во рту. Она это очень большая. Только не смейтесь, если это будет очень смешно выглядеть. Ну как по вкусу-то? Яркий. На вкус офигенский. Угу. Это реально похоже на суши. Какие-то, может, немножко другие, но похоже, вообще похоже. Очень-очень вкусно. Угу. И мы заметили... Здесь все, кто сюда не приходит, все заказывают именно вот эти суши вообще. Офигеть, все, вообще, все их заказывают. Хотя они просто овощные, их ничего такого вроде бы даже особого нет, но вот люди приезжают в эту кафешку и все едят именно вот так эти. Похоже, вообще, так похоже. И запах. Прям, если бы я с закрытыми глазами бы понюхала, они как вот, ну, классические какие-то рыбные суши. В общем... Как говорит наш друг Юра, блюдомань, она и в Африке блюдомань. В данном случае блюдомань. Она и в Сингапуре блюдомань. Всем пока. Вы не поверите, но эти роллы оказались такими вкусными, что мне захотелось добавки. Это, если честно, думала, съем чуть-чуть, как бы, и все. В итоге это уже шестой. Ну не надо уже сочинять-то. Это шестой. Мой шестой-то. Шестой — это когда вы здесь. Всего шесть. А, всего шесть. Это вот это шестая, а было до этого пять. Это шестая. Я думала, ты говоришь, что это я уже шестую. Нет, я шестую не ем, на самом деле, да. А твою шестая. Это вообще, знаете, я просто раньше до жути любила суши-роллы всякие. И постоянно с друзьями ходила в суши-бары, и там просто объедалась ими. Могли, например, такую целую штуку заказать, целую сковородку этих. Типа сковородки. И я всю ее могла съесть в одну каску. Поэтому сейчас сыроедные роллы сингапурские. Сыроедные роллы сингапурские — это просто вообще шик. Шик, понимаете? Какой аромат. Я, кстати, потом обязательно сообщу, как будет самочувствие на утро, поэтому все-таки вкусно-то вкусно, но мало ли вдруг с них будет плохо. Надо, так сказать, проверить. Обязательно сообщу честно, я всегда стараюсь не обманывать, рассказывать, как есть, даже если там что-то не так будет. В общем.
запрещено. Надо еще кафешку проверить, планирую, еще за кафе. Да, кафе, как там, грин, грин-пасча, как называется? Грин, что там, давай я посмотрю. Грин-пасча, вон, да, написано. Да. В общем, только вот что я заметила, поедая суши в первый раз после, сколько, 4,5 лет сыроедения, заметила, что такой большой кусок мне уже в рот просто, я не могу. Я сначала его когда засунула первый раз, я не знала, как его вообще жевать как-то. Мне казалось, что мне челюсть заклинила, он таким мне большим казался. А сейчас вот как-то я уже к концу так, ну, после нескольких порций уже как-то привыкаю. А сначала это вообще, причем раньше на сыроедении я ела роллы намного больше, бывает, закажешь, они вот такие вот это несут, ела нормально. А сейчас фрукты привыкла, там чуть-чуть бывает, жуешь, да чуть-чуть так, поэтому... Что происходит? Не в Ликранстуре. Кафе. Оператор, что происходит? Да ешь давай. Да, ем. Блюдомань, она и в Африке блюдомань. Кидайте тапками, тухлыми помидорами тоже.